какой Навальный? Ну что, никакого Навального не будет в мэрах Москвы, потому что никто его не выберет. Люди, понимаете, москвичи, ну, не даже москвичи, даже взять любой там... Мэр Москвы — это же не политическая должность, это все-таки скорее административная. Человек должен как-то разбираться в теме там и уметь работать, знать все эти ходы, выходы. Но я бы, может быть, с удовольствием Навальный. Ну что, Навальный красивый, молодой, почему бы и нет? Я бы, может быть, за него проголосовал, но никто за него не будет голосовать. Ну, был бы, может быть, если Лужков баллотировался, может быть, у них была бы какая-то конкуренция, а так никого нет.